Просто поверить не могу. Я в вашей реальности фантастический герой? Да, а я актер, играющий тебя в кино. Но есть один человек, с которым я хочу тебя познакомить. Он создал тебя на радость всем почитателям в мире. Я сказал Джеку, а что, если его кожа будет зеленеть? Ой, простите. Я ищу парня по имени Стэн Ли. Что? Человек-паук? Пэм, никого не соединяй со мной. Кажется, я в конце концов свихнулся. Ничего себе. Ух! Знаешь, я всегда мечтал поскакать на паутине по-настоящему. А я всегда хотел, чтобы меня признали героем. И кажется, ты меня им сделал. Спасибо. Не за что. Ты спас вселенную. Куда ты теперь направляешься? Искать Мэри Джейн, мою Мэри Джейн. Мне сказали, что она еще жива. Я ужасно хочу ее увидеть. Знаешь, я долго думал, что мне не будет покоя. Но теперь, после всего, что было, мне вдруг понравилась моя жизнь. И я сам понравился. Впервые я не хочу ничего менять в себе. Представляешь? Первый раз. Да. Ты совсем не тот парень, о котором я писал много лет. Ну что ж, Стэн, все мы когда-то должны повзрослеть. Даже герои комиксов. Паук. Нам пора лететь. Кто эта странная дама? А, это моя помощница. Рад был познакомиться. Береги себя. И ты себя, Человек-паук. Прощай и удачи тебе. Так, и как же мне отсюда слезать? Придется, наверное, ждать великолепную четверку, чтобы спустили меня вниз. Интересный парень этот Стэн. Весьма необычный.